Я хочу провести все анализы. Проверить каждый орган. Я долго откладывал. Как скажешь, Филипп. Для меня честь, что ты пришел ко мне. Смотри прямо. Роберт, что ты думаешь о карме? Что, если твои поступки отражаются на тебе? В этом суть. Ты в это веришь? Вообще-то, моя карма наложилась на мою догму. Шутка? Это напоминает мне о глупости догматических взглядов. Ясно. Но чем ты руководствуешься в жизни? Личными интересами? Не только интересами. Пониманием себя. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Золотое правило. Встань, пожалуйста. То есть, если однажды тебе захочется сделать что-то эгоистичное, что может навредить другому человеку, ты просто... Я попытаюсь не поддаваться. Но если не выйдет, то я просто приму себя, какой я есть. Это проще, чем учили в мои времена. Адское пламя, вечное проклятие, сестра Моника с линейкой. А откуда вообще такой интерес к карме и смерти? Думаешь, с тобой что-то не так? Мне искать что-то конкретное? Нет, я просто подумал, нам нужно получше узнать друг друга. Понятно. Не могу поверить, что согласилась, о чем я думала. Я улечу на консервной банке от всех, кого знала и любила. В космосе нет кислорода, там вообще нечем дышать. Да, я слышал. Знаешь, я думала, мне нужна встряска, но в кардиохирургии этого и так хватает, ведь правда? Точно. У меня ушло столько времени, чтобы попасть сюда. Знаешь, думаю, вся эта затея с космосом вызвана тем, что я не получила поддержки от отца. О чем я думаю? Разве мне нужна поддержка отца в моем возрасте? Это глупо. Он умер, а я рискую. Кейт, я пойду. У меня пациенты. Поздравляю. Да.